Мы уже рассказывали о семейных спортивных играх «Стартуем вместе», в которых соревновались семьи поселений Славянского района. И вот пришло время для следующего этапа этих соревнований – краевых игр. 36 муниципальных образований Краснодарского края прислали своих представителей в Славянск на Кубани, где в спорткомплексе «Триумф» состоялось торжественное открытие игр. И снова наш район оказался в центре внимания краевой спортивной общественности. Именно здесь было решено провести финал краевых соревнований – семейных спортивных игр «Стартуем вместе». По традиции, торжественное открытие игр украсили своим выступлением юные самодеятельные артисты, которые исполнили зажигательный танец. Заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Вадим Пермяков сердечно приветствовал участников финала и пожелал им успеха в честной спортивной борьбе. Он считает, что Славянский район по праву принимает эти важные старты. Мы четвертый год подряд являемся лидерами по развитию физической культуры и спорта в Российской Федерации. И муниципальное образование Славянский район тому пример, как одно из самых профессионально развивающих физическую культуру и спорт на территории Краснодарского края. Они лидер по развитию всех направлений. Это и массовый спорт, и спорт высших достижений. Этим соревнованиям предшествовала серьезная подготовка спортсменов. Немаловажен и психологический настрой, который позволяет преодолевать стартовое волнение. Всей семьей стараемся вести исключительно здоровый образ жизни. Занимаемся все спортом на любительском уровне. На данных соревнованиях участвуем впервые. Вижу, соперники достойные, поэтому постараемся показать достойное выступление. Каждый участник соревнований чувствовал себя в Славянске как дома, ведь встретили их радушно и постарались создать все условия. За честь нам выступать здесь сейчас, вот в финальных вот этих соревнованиях. И благодарим за то, что вот так все организовали очень хорошо. Спасибо большое всем организаторам. И мы очень рады здесь быть. Соревнования продолжились в спортивном комплексе «Олимпиец», где прошли легкоатлетическая эстафета и преодоление полосы препятствий. Стать лидером этих престижных соревнований очень почетно. И спортивная удача улыбнулась семье Чернышковых из Славянского района, которые стали победителями в общем зачете. Именно эта семья будет представлять Краснодарский край на всероссийских семейных спортивных играх «Стартуем вместе». Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».